Пациентам в возрасте от 25 лет мы можем предложить пройти процедуру аппаратной карбокситерапии лица, во время которой кожа естественным путем насыщается кислородом. Пациентам старше 35 лет мы рекомендуем курсом проходить пилинги, которые разработаны на основе новейших технологий, абсолютно не травмируют поверхность кожи, и в составе их присутствуют не только кислоты, но и пептидные комплексы. Это настоящий бум косметологии. Для женщин и мужчин старше 45 лет процедурой выбора станет биоревитализация лица, шеи, зоны декольте и кожи рук, в ходе которой с помощью множества мелких безболезненных инъекций вводится низкомолекулярная гиалуроновая кислота, схожая с нашей собственной, и также препараты для биоревитализации могут содержать аминокислоты и пептидные комплексы. После тщательной подготовки ваша кожа будет выглядеть здоровой, ухоженной, сияющей, и никакие первые лучики солнца не будут ей страшны.